Всем привет, с вами как всегда я, Русик. Сегодня у нас будет, так сказать, информативный ролик по тому, как скачать мод на любую Steam игру. Итак, значит, для начала мы выходим из Steam, дабы у нас все сработало. Итак, теперь, значит, нам нужна сама папка с модом, вот она. Теперь переходите по пути, где у вас установлен Steam. Вот он у меня. И теперь вот тут вот есть папка Steam Apps. Мы в нее заходим, потом Source Mods. Вот. Заходим. Вот Source Mods. Сюда мы кидаем, значит, вот папку с игрой, с модом. И обязательно, вот смотрите, вот, например, у меня мод Куб. Вот, видео по нему не будет выходить, ибо у меня он слишком лагает. Вот, мод Куб, и это мод для Half-Life 2, эпизод 2. Это означает то, что у вас должна быть скачана эта сама игра. То есть, вот она, где она? Вот, Half-Life 2, эпизод 2. Ну, думаю, это все тут понятно. Вот поэтому просто кидайте папку с модом в Source Mods. Вот идет у нас, значит, загрузка. Давайте сейчас на паузу поставлю. Итак, друзья, когда у нас все, значит, перекинулось, вот, собственно, Source Mods, мы можем спокойно закрывать папочку. Теперь мы что делаем? Мы заходим в Steam. Обязательно смотрите, когда мы выходим со Steam, вот, то есть мы просто его закрываем с крестика. Мы обязательно должны в трей зайти, и здесь он у нас будет. И перед установкой его надо закрыть. Думаю, это раньше надо было сказать. Но извиняюсь. Итак, значит, зашли. Дальше в библиотека, и здесь у нас появился вот куб. Собственно, у нас тут появился. И мы можем спокойно заходить и играть. Тут ничего сложного нету. Вот, и надеюсь, вам помогло мое видео. Скачивайте абсолютно на любую игру. Главное, чтобы игра была у вас сама загружена. Спасибо за просмотр. Всем удачи, пока.